Добрый день, друзья! Вы на канале «Уды с нами. Дальние страны». Вот на таких автобусах экскурсионных можно покурсировать по городу Минску, Республика Беларусь, и смотреть все места, достопримечательности города Минска. Ну вот в парке центральном находимся сейчас Максима Горького. Тут Дни Беларуси проходят, песни национальные поют, и колорит очень красиво. Перспективное место тут. Ганаруся тобой, песня белорусская моя. Ретроавтобус по Минску. Центральная площадь города Минска, Республики Беларусь. Вот ликом тут все. Динамо сверху. Динамо Минск, вон центральный ворот. Надо было подойти, посмотреть, поснимать. Вот по пешеходной пошли в улицу. Сидим сейчас на лавочке маленько, да. Покушал в кафе KFC. Столовую не мог найти, подешевле хотел. Ну, национальные блюда можно покушать, но ресторанчики дорогие, цены, конечно. От 30 рублей их не выше. Ну, можно там хорошо покушать. Можно дешевую, подешевле покушать. Вот такая пешеходная улица. Сейчас поближе подойдем туда. Фонтанчику, памятнику покажем. Вот тоже тут кафе всякие. Ресторанчики. По улице по этой проходим. Красиво, как по ветру, да? Развивается. Что это у нас? Василек с косвязным коллективом. Красиво. Это мост тоже на центральный район Минска. Идем на мост. Такой красивый мост. Смотрите, как тоже красиво тут. Вот тут на этой набережной снимали фильм «Варшава» 21 год. Ну, сериал очень красиво. Набережная такая молодежная, перспективная. Конечно, престижное место. Тут отель «Робинзон». Другие отели. Так, красиво тоже. И как бы экскурсии на катерах по каналу в Минске. Вот тоже строят что-то новое, отели, наверное, с видом тоже вот такие отели. И красивые места тут, достопримечательности, мосты тоже. Для видео, фото, селфи сможем пофоткаться, поснимать, пофотографировать. Драматург Инсет Дунин Каркевич, Станислав Манюшка, композитор. Ну, тут проходят Дни Белоруссии в Италии, в Белоруссии, в Минске. Очень красиво тоже Троицкое предместье, исторический район города Минска, расположен в северо-восточной части, на левом берегу реки Свислочь. Ну, очень красиво тоже, достопримечательностям, административным центром столицы Республики Беларусь. Старинные улицы красивые такие, бесподобно такого классицизма, архитектурный стиль, прекрасное такое, и с видом на набережную. Прекрасное место для отдыха, для прогулок, для всего очень красиво тоже. Такие виды, прекрасное, как бы сказать, по набережной погулять, и с обеих сторон древний город, старинные здания, с другой стороны новые здания. Ну, тоже очень красивая архитектура. Следующая у нас архитектура, это у нас как бы Национальная библиотека Белоруссии Минска города, очень тоже, тоже перспективно такое здание современного стиля, вида, одно из прекрасных,
красивых композиций Минска. Это тоже место отдыха, парк, и тут недалеко и пруд, и с фонтанами, и можно погулять, отдохнуть, и очень красивое тоже, перспективное для место для отдыха и для прогулок. Ну, гуляешь по Минску в вечернее время, особенно очень красиво тоже подсвечено, и вот возле чугунного вокзала, железнодорожного вокзала, ворота в Минск, две башни как бы, такие старого классицизма Советского Союза напоминают нам, ворота в Белоруссию, тоже красиво, да, вот эти как бы, многоэтажки, старинный классицизм, и такой уже аура такая Советского Союза превосходит также метро, старинные такое, можно и по копейкам даже такие, ну, в общем, прекрасный город, современный, с историей, ну, места отдыха везде изумительные и красиво очень, природа и национальные костюмы, и быт, и колорит, и все возможно. Европу, да? Маленько. Да. Красиво. Заметил, что у нас здесь чистота? Да, вообще четко у вас. Красивый вообще город. И чистенько так, и уютно вообще. И люди такие приветливые. На этом буду заканчивать свой очередной выпуск про Минск, места отдыха. Подписывайтесь на канал, будьте с каналом. До свидания, до новых встреч, друзья. Желаю счастья, здоровья. До свидания. Пока-пока.